Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», вторая часть. Ну что, забираем с тобой 10 карточек на Вэя и 35 монет. Это за пятый день. На шестом и седьмом денечке будут какие-то ящики с вопросительным знаком, то есть неизвестные. Так, а мы с тобой заберем, наверное, еще здесь, бесплатно. Ну, возьмем, наверное, да? Или не будем? Лучше, я думаю, здесь вот взять. Да. Одной карточки не хватает нам, всего лишь одной. Ну, ничего страшного. Так, у нас кто-то еще хочет прокачаться, но я не уверен, что хватит ли у нас. Хватает. Ну что же, Фрости, ребята, прокачивается. У него открывается кузен. Кузен Рой, все мы его знаем прекрасно. Но... Так, а что вот здесь вот такое переливается, смотри. Почему-то никто не переливается, а именно сосед Вилли переливается. У него вот эта вот фотография. Интересно. А, у нас еще и Вэй, оказывается. Ай-яй-яй-яй-яй, я бы лучше Вэй, если честно. Хотя Фрости тоже неплох. Ладно. Ребята, у нас с вами 117-я миссия, и поехали. А кого я взял-то? Блин. Да воцарится хаос. Суперсложный уровень. Ну, я, как всегда, в своем репертуаре. Давай, берем все. Попробуем так бомбить, что ли, их. Так, секунду, тут еще и кошары эти идут, да? Ну. Фига ты, что это ты так разбомбился у меня? И опять эти крокодилы. Поехали. Надо их, наверное, вот так вот капканами все-таки бомбить. Ну давай ты уже, господи. Крокодилы отвалили. Ну, допустим. Идут. Идут, конечно. Тут опять, ребята, проблема в том, что у нас... Берем. Берем, берем, берем. Другого варианта я просто не вижу. Раз, два. Раз, два. Так, так. Ну вот, все. Мне пришлось это сделать, ребята. Уровень все-таки был суперсложный. Если бы я не потратил гемы, то неизвестно, сколько мы здесь с тобой зависли. А так он у нас пройденный. Ну что же, отлично. Сундук неплохой дали нам. Надеюсь, из него... Так, 46 монет. 8 карточек на пейпер. На сварщика нам дают 8 карточек. И на соседа Вилли 5. Плюс 3 кристалла. Ну, хоть что-то мы с тобой успели все-таки отбить. И это плюс. 118 уровень. Возьму-ка я... Блин, как мне вот этот чувак нравится. Но играть я буду сейчас за тупого Джо. Да, именно за него. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Это, конечно, очень занятное такое, да? Как тебе сказать? Пожелание. Да, мы скажем это пожелание. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Если бы все так было просто. На. Но. Так, а у меня с патронами-то, ребята, беда. Если ты не заметил еще, кстати. Ну. И стоп. И все. И мы приплыли, да? Да, друзья мои, мы приплыли в плане того, что Джо здесь, ну, облажался, короче. Не хватило у него пылу жару. Ну что вы, тебя взять? Нет, лучше мы возьмем не... Вот. Вот его я хочу взять. Я думаю, что он
здесь разрулить ситуацию будет получше. У него все-таки винтовка неплохая. Но я что-то уже сомневаюсь. Так, хорошо. Ну, этих-то мы быстро с тобой уничтожаем. Крыса, 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 отлично. Так, давай-ка я заброшу сюда. Они еще и горят, вот это круто. Вот вместо монет, которые они мне подсовывают там вечно, лучше бы они мне дали чем-то другое. Так, сколько у нас там осталось с тобой? Еще есть, да? Еще есть порох. В пороховницах, так скажем. Но этот порох у нас быстро заканчивается. Есть. Уложились прямо в последний патрон. Но я тебе говорил, этот чувак крутой. Даже несмотря на то, что он не прокачан по полной программе, он знает себе цель. А у нас вообще еще будут какие-то новые герои? Я вот что-то не помню. Бабка должна быть, точно, ребята, должна быть бабка, я помню. Ну, кстати, мы можем с тобой элементарно это посмотреть. Вот так вот. Вот она будет, бабка. А вот это я не помню, кто, если честно. Я знаю, что еще должен быть у нас один дед. Типа Вэя, но только другой. Мощный. И вот это вот, когда это вот откроется, а? Тоже неизвестно. Ну что, погнали дальше. Угадай, кто здесь? Кто, блин, панды? Красные эти, да? Кто еще может быть здесь? Тут даже угадывать не надо. Так, утки, 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 утки. Про уток не забываем. Не надо тут пилить. Вот ты посмотри. Смотри, с какой жестокостью они, ребята, распиливают мой плод. Ну, фига он там пинг-понгом занялся. Так вот будет им уроком. Правда, не знаю, зачем я потратил динамит, большую связку. Но мы с тобой прошли здесь. Зря, конечно, я ее использовал. Сглупил чуть-чуть. Ладно, фиксим. Что сделано, то сделано. Ну что, 119 уровень пройден. Выпадает 12 монет. Опять же, сосед Вилли и сварщик. А мы с тобой двигаемся дальше. 120-я миссия. Кстати, я что-то не вижу, чтобы у нас появился где-нибудь черепаший домик. Борьба за выживание. Борьба за выживание, говорит. Мне кажется, что они очень быстро отходят. Я имею в виду, отходят именно от взрыва. Прям вообще моментально. Смотри. Да сгори ты, черепаха вшивая, а. Не успел, да? Ладно, фиг с вами. Давай-ка забросим туда им подарочки. Ну, это не дойдет, наверное, сгорит. Ты смотри, дошла. Ну, не, ну он крутой. Ты посмотри, мы уже какую третью миссию проходим с ним, и ни одного фейла не было. Можно сказать, что нам повезло просто с миссиями. Довольно легкие миссии, типа, попадаются. Тоже, возможно, будешь прав, но... Меня устраивает вот такой расклад. Так, ну что? Блин, это же... Спасти яйца, да? Угу, поехали. Спасти кур. Блин, и одна курица как раз стоит вон там, ты посмотри. Ладно. Ну хорош там уже их. Так, погоди. А, у меня закончились.
Да сгорите вы уже. Есть. Ну что, Волосач, справились мы с тобой. Слава богу. Две курицы еще остались живенькие. Так, а мы продолжаем, друзья. Так, 25% плюс 15 монет Вэй, который прокачивается у нас с удовольствием. И один кристалл. Всего лишь один кристалл какой-то несчастный. А вот и черепаший домик, про который я уже говорил. Далековато они его, конечно, забросили от нас. Ну что, Джо, давай на тебя делаем большие ставки. Угадай, кто здесь? Муху вижу я. Она еще когда погибает... А, тут, видимо, одни мухи будут, да? Нет. Так, муху надо уничтожать. Она все-таки стрелила, да? Мою взрывчатку. Тьфу. Вкусили? Нет, они оборзели, я смотрю, а? Вот так вот. Нет, это не, это лишнее. Погнали, короче, так. Так. Гранатомет. Будем из него сейчас бомбашить. Пока они как раз оглушенные. Мы еще динамита туда забросим. Ну. Есть. Все. Как раз они были оглушены у нас, потому что здоровья было мало на нашем плотике и могли бы сфейлиться. Ну а здесь у нас получилось все довольно великолепно. Ну что же, мы продолжаем. 40%, рекорд, ребята. 40% мы с вами получили, давно такого не было. Сколько денег у нас, кстати? Мы, хватит у нас? Хватит на прокачку. Ну-ка. Вэй, давай. 6-й уровень. Так, у него открывается... Второе оружие, ребята, это, насколько я помню, драконы. Фейерверки, одним словом, вот так вот скажем. Так, и ты, что ли, хочешь прокачаться? Давай, конечно. 4-й левел. О, четенько все. Так. Ну что, Джо, продолжаем тобой играть. У тебя еще есть множество битв, множество побед. С этим не поспоришь. Но. Так, дай-ка сюда. Вот так вот. Ага. Все прекрасно. Да ну. Давайте, угощайтесь. Бесплатно взрывчаткой. Что они там делают, этот тритон? Все-таки, я, ребят, не понял. Вы говорите, они тушат пламя. Но здесь же нет пламени. Но они все равно облизываются. Может, им просто хочется поблизываться, а? Да? Вот так вот. Идут супостаты. И в чем беда? Блин, не хватает опять, да? Все, ребят, фейлимся. Фейлимся прям. 12 патронов. Нет. Джо в последнее время, ну, просто, ребята, фейлит все абсолютно. Все нам фейлит. Хоть он и прокачан очень круто, но мне кажется, его брать вообще не стоит. Лучше нам взять вот этого парня и навешивать. Нет, этого парня мы не возьмем. Фрости тоже пока не хочу взять. Волосач, погнали. Будем волосачом бомбить. Давай, 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 волосач. Бросай. О, он, видишь, тушит.
Здесь понятно, здесь они горели. Здесь есть смысл тушить. Ну хорош. Черепашки. Ниндзя. Или как вас там величать? Я не черепашки, ниндзя. Видишь, вон они облизывают. Облизывают, зализывают. Пламя. Давай так сделаем. Так, так, так. И вот так. Надеюсь, хватит. Упс. Есть. Ну что, Волосыч, поздравляю нас. А вот Джо меня подводит. А Волосыч нет. Так что двигаемся дальше. Идеальная победа. Что нам тут выпадет? Ну, 5% понятно, 13 монет, Фрости и Сварной. Сварной, кстати, еще получит скоро уровень, потому что две карточки не хватает. А у нас 124-я миссия. Ну, перехитри монстров, сложный уровень. Не нравится вот это вот перехит... Блин, белки, вот кого-кого... Вас в последнюю очередь я хотел видеть. Ну. Все? Блин, да ты можешь переключ... Вот, переключился. Нифига он не переключился. Пинг-понг свой играет, а? Белку-то накроешь ты сегодня или нет? Давай сделаем так. Пока есть у нас с тобой гранаты, будем гранатами отбиваться. И все. Есть контакт. Что хотели, то и получили. Нам, как говорится, лавры все в руки. Ну что же, погнали далее. Так, сундучок 10%. Так, 26 монет. Сосед Вилли. И тормоз Джо. А уровень у нас уже получается 125. Хм, двух карточек не хватает всего лишь, да? Ну что, Вэй, давай-ка мы за тебя поиграем. Давно тебя, как говорится, не трогали старого. Мир жесток. Блин, как только я начинаю кого-то брать другого, все, начинает сразу такие уровни идти. Ну ты, в общем, сам видишь, какие уровни нам даются сразу же. Давай, 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 давай. Ну. Так, дай-ка попробую. Ну, вот так вот, ребята, примерно выглядит его второе оружие. Я тебе скажу, даже неплохо. Фейерверки — это смачно. Причем массовое поражение. Единственное, что если бы не было этих хамелеонов, которые бы тушили пламя, было бы вообще топчик. Ну, а так, дед. Ну, дед как дед. Как всегда, на высоте. Так, ну что, Сварной? Ты готов, да, я смотрю, прокачаться. Отлично. А вопрос только в деньгах. Ну что, погнали дальше. Кстати, скоро будет черепаший домик. Вперед, вперед, вперед. Ну. Так, отлично. Отбиваешься как можешь. А что такое-то? Господи, я же думал, что там не срабатывает. Так, у нас вас дофигище. Где этот
Муха. Ну, последний крокодил, да. Ну, Вэй, ну, красавчик, а. Всех победил, молодец. Одобряю. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Награда 25%, плюс 16 монет и Вэй. Плюс пейпер. На пейпер, конечно, выпадает очень мало карточек у нас. Надеюсь, ты заметил, да? Ну что, поехали. 25% на кону. Где мой гриль, чувак? А твой гриль украли вот эти вот крокодилы. Если ты еще не в курсе. Да-да, именно крокодильчики стырили твой гриль. Давай-давай-давай, впариваем. По полной, блин, так сказать, программе. Не надо жрать мой плод. Да, у меня закончились, да? Бросаем. И все, больше у меня ничего не осталось. Есть. А, какой есть-то? Че я обрадовался-то? Есть, говорю. Уровень-то еще не закончился, блин. Да, я боюсь, что... Вейт здесь. Да. К сожалению, не сможет, ребята. 56 патронов. Нет, здесь не вариант. А что же нам тогда делать? Если они идут тут такой ордой на нас. Брать соседа Вилли. Ну давай попробуем им. Только не говори, что ты зависла. Давай, поехали. Каждый патрон, конечно, нужно беречь. Ну, фиг ли, нам не привыкать, в принципе. Особенно от этих вот макак. Ну. Так, бросаем капканы. Неужели 5 не хватит? По-моему, не хватит, ребят. Все. Нам русским языком говорят, парень, ты отстрелял свое. И все, и хоть ты тут... И ладно, хрен с ним, тратим. Вы сейчас издеваетесь? Мне же этого не хватит ни хрена. Ех, хватило все-таки. Сложно, ребята. Ну, гемы, естественно, гемы потрачены. И теперь, чтобы восстановить столько количества, я не знаю, сколько нам нужно с тобой пройти. Ну что тут, 5%, 14 монет и тормоз Джо. Вместе с этим. С дедом тоже, да? Так, 128-я миссия. Ну, я не знаю. Так, погоди-ка, дед.
Давай-ка мы тебя прокачаем. Такой Растаман. Как ты думаешь, мы сможем пройти им этот уровень? Возраст делу не помеха. Как раз в тему сказано. Кроты эти плешивые. Так, ладно, с ними ушатались мы. Так, сюда. Ну. Бинго. Так, утку забираем. Только вот этих вот монет, что они там дают, вообще не вижу, ребят. А что-то они как-то быстро очень вышли из заморозки, тебе так не показалось? Так, бобры минус. Крысы. Ну давай, 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 перезаряжайся. Так, еще будет одна волна. Так что приготовились. Дед вроде бы как бы хорош, да, но у него, блин, со здоровьем беда. А так, в принципе, меня устраивает все в нем. И заморозка вот эта вот, ну и, соответственно, его коллекция пуль, которая очень хороша, 168 патронов. Это, я считаю, приличное количество. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Скоро будет 130 уровень. Так, 10% плюс 14 монет и Фрости выпадает вместе с Вэем. Погнали. А легендарная карта здесь, о, только одна, да? 47 монет, Ларри, Сони и Фрости. 129-я миссия. Погнали. 129-я миссия. Люби врага своего, блин, суперсложный уровень. Ну, суперсложный уровень, значит, жди беды. Жди беды, ребята. Давай заморозку. Бесявая вот эта штука, когда теряешь свой прицел. Ну, здесь уже бесполезно, да? Понятно. Бросаем. Боюсь, боюсь, боюсь. Здоровья не хватит у нас, скорее всего. Ну, допустим, здесь. Все, кончились. Кончились, ребята, у нас патроны. А, соответственно, и кончается наше здоровье. Не хватил. Не смог, ребята, он одолеть вражин. Ну, посмотрим, как у нас Ларри с этим заданием справится. Да, наверное, так же будет. Приблизительно. Ты видишь, они он прут. Да ты расстреливай, господи. Бросай, закидывай. Сколько там еще их будет? Дофигища, да? Так, у меня по патронам-то, конечно, не очень все хорошо. Как мы видим. Эти лизуны меня просто уже достали. Постоянно облизывают. У меня 3 патрона осталось. И вот как? Кристаллов уже нету, все, ребята.
Ну, если здесь... Подожди. Угу. Не хватило буквально чуть-чуть, ребята. Хм. Если здесь и Ларри не вытянул... Ну ладно, хорошо, давай попробуем тогда за нашего волосача. Может быть, все-таки с ним получится? Может быть, ребята. Да мне кажется, тут опять у нас патронов не хватит. Все идет именно к этому, да? Так, 40 патронов. Ну, так, допустим. Ладно, этих пока не будем трогать. Фиг с ним, пускай они там взрываются. Меня больше интересуют почему-то вот эти вот противники. Да-да-да, именно вот эти. Все, прошли. Я енотов этих не подбивал, которые плыли. И за счет них, ребята, мы сэкономили патроны. Просто у него, у волосыча, по хпшкам, в принципе, все нормально было. Плод, как говорится, у него крепкий. Так, что нам тут выпадет? Может, новая карта какая-нибудь? Нет? Волосач прокачивается. Так, Way и Paper. Для того, чтобы прокачать у нас волосача, сколько нам там понадобится, извини меня, голды? Хотя с голдой все в порядке у нас. А, 250. Это будет 8 уровень. По-моему, это самый... Ага, у Джо тоже такой же уровень. Окей. Кто это у нас там? Что это за тучка непонятная? Так, оставим, наверное, волосыча пока. Поехали. Надеюсь, это не какой-нибудь там супер-пупер сложный уровень. Рой. Блин, совсем забыл это взять. Поднимать уток-то. Ну... Так, пока норм. Ну, пока. И чё? Всё? Нет, Вэй, ну так дело не пойдет. Ну что это? Да, ты уже меня, конечно, извините, но... Почему у тебя так быстро заканчиваются патроны? Так, соседушка, ты хочешь пойти нам помочь, а? Сидит там, прохлаждается. Меня не устраивает его прохлаждение. Ага, в этих кошар нужно аж 3 раза бомбить. Все, я понял. Ты что, хочешь сказать, что и у вас уже все закончилось? Сфиг ли баня-то сгорела, я не пойму. Ну? Капкан. А по итогу здесь ничего не хватило нам. Прикинь. Вот так вот. Не хватило, буквально чуть-чуть. Но мне кажется, он в состоянии пройти этот уровень. Так что давай попробуем еще. Естественно, тут вот эти вот крокодилы. Паршивцы. Надоедливые.
Ну. Давай, покрутили все, хорош. Теперь капканы. Давай, 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 строчи. Последний, ребят. Ну вот это вот как называется, а? Не помогает, не помогает. Ну что, давай попробуем тобой. Это трэш. Все, погнали. Ну хорош нам свои козявки в меня бросать, а? Козявочник, козявочник, вы фиговы. Ну, давай, 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 дожимаем их. Ну, а тут, как ни странно, все получилось. Ну, вот как это понять, какой нужен где персонаж, на какой миссии лучше всего ставить? Это непредсказуемость. Просто приходится методом тыка. У этого еще в запасе осталось дофигища патронов, у тех, наоборот, не хватает. Вот такие вот пироги. Ну что, двигаемся дальше. 130-я миссия. Ага, нам показывают, что еще один панцирь черепаший появился на горизонте. 131-я миссия. Кровососы. Ну, это все, когда такое слышу, это сразу касается кого? Естественно, ребят. Не крокодилов, а москитов. Именно вот этих гаденышей. Именно они тут начнут мне сейчас нервы выматывать. Да что же у нас так быстро-то все заканчивается-то? Ну, давай, 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 отбивайся. Теперь этих охламонов всех бомби. Есть. Последние две мушки там. Называется, еще попади по ним. Все, у меня патрон закончит. Вы серьезно сейчас? Обалдеть. Нет. Старичок, ты здесь вообще не в тему. Давай смотреть правде в глаза. Здесь по мухам только и стрелять. Все, ребят, меня расплющат сейчас. Ну, ты думаешь, думаю, ты понял, в чем моя здесь была ошибка. То, что здесь мухи, комары, москиты. И нам нужен именно такой чувак, у которого... Да-да, типа вот его. И, кстати, мы его сейчас все-таки прокачаем. Угу. Совсем другое дело. Поехали. Именно, чтобы в разброс. Вот, типа вот такой, видишь? А то против кучки москитов, ну, очень тяжело попадать одиночными патрончиками. А так, бомбишь себе, кто-нибудь да попадет все равно. В наш, так сказать, радиус поражения. К тому же у нас здесь кузен есть, который нам помогает. Все. Так, бросаем. Патронов, конечно, мало осталось.
Но я думаю, что этого нам хватит. В смысле, тут еще закидываем. Все. Ну вот. Здесь волосач отлично сыграл. Как говорится, где родился, там бы пригодился, да? Но 5% это понятное дело. 14 монет, Вэй и Фрости. Дальше двигаемся. Продержаться, ведь так? Продержаться 60 секунд. Так, комарьё, ну как всегда. Вынужденные меры были просто-напросто уже. Да хорош. Я даже не успеваю, ребята, гранаты. Я вижу, что гранаты есть, но у меня их... Вот так вот, есть только. Я. Продержались. Я даже за таймингом не смотрел, оборонялся как только мог. И, в принципе, удачно. Ну что же. Награды получаем. Так, монетки, Вилли... Сварщик. Теперь нам нужно будет прокачать с тобой сварщика еще. 133-я миссия. Так, кого взять нам? Давай, наверное, тебе попробуем здесь пошурудить. Мы далеко зашли. Ты думаешь, прям так далеко зашли? А, ладно, фигня, пускай взрывается. Да давай ты уже, бомби их. Да ёк-макарёк, ну. Дай-ка я вот эту вот фигню уничтожу, а. Чтобы оттуда больше никто не выходил. Давай, 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 поливай. Понятно, короче, здесь не успеем. Это последний. Слушай, ну нормально, нормально. Тут получилось, возможно, то, что мы с тобой подбили эти трубы. Как говорится, они уже оттуда не вылазили. И нам хватило с тобой патронов. Прошли мы этот уровень. Так, что у нас тут? 15%, 17 монет и 5 карточек на Пейпер и Ларри. Две карточки. Окей. Ух ты, это у нас босс? Я так понимаю, что сейчас будет босяцкий. Король монстров, сложный уровень. Нянь, босс. Нянь. Подожди, в плане ты в меня огнем бомбишь. Ха-ха, тут. Так, погоди секунду. Я не вижу здоровья этого няня. А, так понял. Нам с тобой нужно крокодилов, он тебя бомбит. Ну, полетел-то.
Чего? Это что сейчас было? Я не понял. Куда он полетел-то, засранец? Стоп. Блин, волосыча нету. Может быть, Ларри? Так Ларри только что был. Пейпер, может быть? Интересно. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Так, вот он, задергался этот нянь. Слушай, так он... Я тебя умоляю. Пейпер просто его сожгла к ядрене фени. Без каких-либо проблем, ребята. Вообще просто на изи. Ты понимаешь? Вот кто бы мог подумать, да, что именно Пейпер здесь просто разрулит ситуацию на изи. Ну, а мы с тобой прошли этого босяцкого. Так, серия побед, 23 монетки, ну и сварной. Вместе с Вэем. Вот так вот. Ну что, друзья мои, мы с вами тихим сапом добрались до... третьего эпизода. Причем самое удивительное, что в этой игре до сих пор еще идет глава первая. То есть эпизод третий, но глава первая. А когда же, интересно, будет глава вторая? Вот он, глава вторая. И глава третья, да? Понял. То есть получается, что в каждом эпизоде по нескольку глав. Ясно. Ну что, ребята, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!